Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Дауир, фамилия моя Шакиржан. Особое приветствие за подписчиков моего канала на YouTube. Продолжаем рассматривать термины восточной эзотерики. И есть такой теперь уже достаточно широко известный термин, как хроники Акаши. Продолжаем рассматривать его. И что же вкладывают деятели восточной эзотерики в этот термин хроники Акаши? Продолжение рассмотрения этого термина. Вследствие многомерности пространства, в котором ведется запись на нем, то бишь на хрониках Акаши, отображается не только то, что произошло, но и то, что должно было произойти. Вообрази, что стоишь на улице большого города, мимо проезжает машина. Она минует тебя и исчезает из поля зрения. И у тебя не остается ни малейшего представления о том, что с ней происходит впоследствии. Теперь предположим, что ты поднимаешься на воздушном шаре и смотришь вниз на дорогу, которая простирается на много миль вдаль. Ты видишь стремительно несущийся автомобиль, а также препятствия, которые шоферу придется объезжать. Таким образом, ты можешь знать о неприятностях задолго до того, как о них узнает водитель. Или же можно привести другой пример, в котором речь идет о расписании движения. Расписание составляется для того, чтобы знать, что поезд или автобус отправляется из такого-то места в столько-то часов. Таким образом, расписание представляет собой не что иное, как список событий, которые с некоторой вероятностью произойдут в определенном месте в определенное время. В подавляющем большинстве случаев в назначенное время эти события действительно происходят. Вот такой смысл вкладывают деятели восточной эзотерики в этот термин «хроники Акаши». И сейчас этот термин, это словосочетание «хроники Акаши» достаточно широко распространено, многие о нем знают. И даже есть телепередачи, где всякие шарлатаны устраивают шоу, якобы они ходят в «хроники Акаши» и узнают там, как сейчас там за пределом, то бишь в загробном мире, ведет себя Гитлер, Сталин, Черчилль, Трумэн или кто-то еще, да. Ну, это все, конечно, просто шоу и ничего общего с настоящими хрониками Акаши не имеет. На этом до свидания, до новых встреч.